Всем привет, друзья, с вами Федерариджион, и сегодня вы узнаете интересный факт про Аничков мост. Если вы были в Петербурге, то наверняка видели этот мост, красивый мост с четырьмя конями, но вряд ли вы замечали одну их особенность. Для начала посмотрим внимательно на коняшек, которые бегут в сторону Литейного проспекта, а точнее на их лапы. Ну, в смысле копыта. Раз коняшка. Два коняшка. Вы заметили, да? Никакой обуви на них нет. А теперь взглянем на те лошадиные ноги, которые бегут в сторону Адмиралтейства. Раз копыта. Два копыта. Вы заметили разницу? Вторые-то лошадки подкованы. И ведь не на пустом месте одни имеют подковы, а другие нет. Фишка в том, что на Литейном проспекте, название тут говорящее, располагались литейные мастерские и тусили кузнецы. Собственно, те лошадки, которые бегут от Литейного, уже обзавелись подковами, а те, которые туда только направляются, еще без них. Если вы знаете еще какие-то интересные штуки про Аничков мост, то напишите в комментариях. А с вами был Федерариджион, если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео.